Производительность труда – важный критерий в оценке эффективности труда. Чем она выше, тем меньше идет затрат на производство продукции. Соответственно, рассчитав ее показатель, можно выяснить, насколько плодотворен труд рабочего за отдельно взятую единицу времени. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения национального проекта и поручил обеспечить широкое внедрение принципов бережливого производства в отраслях экономики и социальной сферы. В рамках этого нацпроекта присоединилось еще одно предприятие «Саха-Энергоэффект». В феврале этого года мы подали заявку региональный центр компетенций для вступления в нацпроект «Производительность труда» для проведения совместной работы по повышение эффективности труда в процессе производства. В состав национального проекта «Производительность труда» входят два федеральных – адресная поддержка, обучение инструментам бережливого производства и системные меры – создание механизма подготовки кадров. На данный момент участниками национального проекта являются уже 18 предприятий. До конца следующего года мы должны охватить еще 9 предприятий. Как показала практика, у участников национального проекта производительность труда составляет в среднем, прирост производительности труда составляет в среднем около 12%, в то время как в среднем для остальных предприятий, которые не являются участниками национального проекта, этот показатель составляет около 4-5%. По проекту предприятиям отобран поток по производству сэндвич-панелей. В настоящий момент уже обучена рабочая группа из сотрудников предприятия. Проведены начальные мероприятия по диагностике потока, сопровождение процесса и внедрение производственного анализа. Надеемся, что по итогам этой работы, по реализации этого соглашения, ожидаем большое снижение себестоимости и повышение эффективности нашего дочернего предприятия. В свою очередь, Министерством экономики будут внедрены региональные меры поддержки исключительно для предприятий участников национального проекта в республике в виде льготного кредитования. А учитывая, что 23-й год объявлен в республике годом труда, участие в национальном проекте подарит труженикам новые решения по повышению качества продукции и оптимизации персонала. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск.